Всем привет. Всем привет! В ваши уши велеречивым потоком льется голосок Лёши Халецкого, а в ваши глаза великолепным образом попадает лицо Лёши Халецкого. Значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество проходить Sid Meier's Civilization 6 за Грецию Горга с определенным челленджем, с выкладыванием сейва первого хода, чтобы вы параллельно могли со мной проходить. Но обо всем этом лучше посмотреть в первой серии, если вы случайно наткнулись на это видео. Ссылка есть в описании, в прикрепленном комментарии. Переходите туда, узнавайте все это. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу, кстати. Спасибо им большое за поддержку. И давайте, собственно, продолжим наше прохождение. Я тут стараюсь перебороть религию России. Собственно, вот, наверное, на этого апостола нападать сейчас. Интересно, а Кремль... он еще не построен. Просто я думаю, не Кремль, а собор Василия Блаженного. Должен ли он давать бонус к силе? Так, этот может реликвию получить... А атакующего еще рядышком у нас нету, случайно? Потому что хотелось бы его добить на самом деле. Но походу у нас... Так, с утроенной силой. Ну, наверное, надо... Хотя нет, я бы, наверное, дальше этим пошел. Этот уже мимо чуда природы прошел. Очень интересно. Темпломайор построен, опять же, на одной клетке. Озера очень мало он дает, на самом деле. Так, эти на 75% снижают влияние других религий. Блин, а где у меня еще апостолы на атаку прокачаны? У меня же несколько их было. А, вот он. Так, туда я, видимо, не добегу. Надо атаковать где-то здесь. Давайте, наверное, вот сюда буду подходить пока. Ну, по-моему, у меня еще должен был быть один. Так, этот просто может распространять религию, этот с утроенной силой. Блин, чуть-чуть не добегаю. Надо со всех сторон, да, и у нас кризис, надо не дать, чтобы Новгород обратно обратился, но я думаю, что это как раз вполне выполнимо. Самое главное, нам именно наших апостолов подводить потихоньку. Так, тут я строю железную дорогу. Надо еще как-то будет вот так соединить, чтобы... Ну, вообще, благодаря тому, что у меня много угля... Именно много угля... Ой, тут у меня, наконец, соединено. Железная дорога. Я же еще планирую на Ереван нападать, но... Для... Слушайте, нацпарк. Блин, надо было бы, конечно, ускорить нацпарк. Давайте, может, сначала электричество откроем. Ну, в смысле, построить нацпарк. Ну, просто чтобы уже электричество было, мазутное. Тут гидроэлектростанцию могу, порты могу построить. Даже, наверное, может, куплю. Ереван я все еще планирую забрать. Так, давайте вернемся здесь, короче. Нам тут инк не даст пройти никогда.
Тут уже дороги... А, стоп, а там Германия. Фак. Блин, так не хочется мимо вулкана идти вообще. Просто вообще. Так, давайте, наверное, хочу вот здесь держать, чтобы засвечивать заодно. Кампус, библиотека. Святилище, храм. Биржа. Следующим ходом будет 13. Значит, откладываем здесь производство. Я буду здесь промышленную зону ставить. Аскапацалька строится. Тут все строится, да? Окей. Может обращать в два раза больше. Тут. Проходя мимо чуда природы, может так этого опять к чуду природы надо вести. Оно вон там. Блин, тут в два раза больше, еще мимо... еще три мимо чуда пройдут. 8 раз можно будет распространять религию. Прикол. Так, просто в два раза больше. Подводим. Тут мне тоже какая-то дорога нужна. А, он тут кампус сделает. Мне как-то вот мимо Вологды, чтобы проходило. Так, ну тут ход уже закончился. Ага. Блин, это тройное с утроенной силой. Значит, надо вот этим подойти и проатаковать. Что этот реликвию может выдать, если его... А этот с утроенной силой просто... Но я не хочу пока Санкт-Петербург обращать, потому что тут много апостолов. Я их хочу убить. И таким образом мы его... Там все распространим. Давайте просто сюда будем подходить. Здесь на 75% снижает и... Ну, давайте Куруку. Наверное, пойдем. Сразу что-то реклама Кукуруку вспомнилась. Алды здесь. Шуточки из 5 класса. Что-то ты засунешь в жопу руку и получишь Кукуруку. Вот это мозг помнит, понимаете? Так, ну давайте с утроенной силой сюда распространим. А, нет, это он... Ну, вообще распространилось. Не знаю, мне кажется, знаете что? Мне имеет смысл не использовать до конца всех апостолов. То есть оставлять по одному заряду и оставшимися просто бегать и мочить апостолов других религий. Так, реликвия... Впервые проходя, 3. Значит, этого тоже надо к чуду вести. Утроенной. Дополнительное лечение. Это вообще какой-то так себе. Бля, как он там появился? Сижу, контролирую здесь проплыв, все равно вон там появляется каравелла. Так, а тут мы ищем другие цивилизации, с которыми я мог бы торговать. Сейчас проверю, что с Японией оливки ничего не дают, а вот гипс можно ему выторговать. Хотя, может, слушайте, может и оливки выторговать, оно через 8 ходов же закончится эффект. Вот, оливки не влияют. Давайте, наверное, и оливки. Он, по идее, сейчас вообще за бесценок должен их отдавать. Отлично. И с китайцем я имею право еще. Так, чуть у нас Хамурапи не обвинен. Не осужден. Китай, Китай, Китай. Господи, не вижу Китай в упор. Нет, у него ничего нету.
Ну, поехали другие цивилизации искать. Да блин, и здесь Вьетнам. Господи, да где же остальные-то? Тут очевидно конец карты. Видимо, надо плыть. Я так думаю. Еще вот здесь у нас руинка не собрана. А я вот не помню, кстати, может ли апостол руинки собирать. Сейчас проверим. Так, тут мы отложили производство, да, я вспомнил. Лян в Теночтитлане заняла место. Не хватает жилья, тоже пофигу. Так, вроде всеми походили. Ну давай, что будет? А, блин, еще один кто-то подходит. Так, вот тут, конечно, могут мне какого-то апостола убить, но вроде не должны. Там три апостола. Он даже не атаковал меня. Видите, блин, спрятался в военном лагере. Кстати, посмотрим, может быть, я могу в военном лагере атаковать. Именно апостолов. Сильная засуха у меня, да? Нет, это у России. We'd all be watching television by candlelight. Так, морские порты, гидроэлектростанции можем строить. Технологию скрытности украл. Кстати, здорово. Ух ты. Хотя нет, не здорово, она тупиковая, по-моему. Ну, хотя реактивные бомбардировщики возможны. Так, сначала хочу глянуть, можно ли атаковать этого парня. Нет, видите, в военном лагере никак. Блин, ну вот тут вот стоит так апостолами, конечно. Так, в Спарте давайте. Археологический музей построен. Наверное, сначала все-таки гидроэлектростанцию, потом в очередь поставлю. А, я археологов не открыл. А, я иду типа в мобилизацию. Не, давайте, наверное, археологов открою. Ну, тогда тут в очередь можно и шпиона поставить. Не, ладно, сейчас посмотрим, что в других городах еще можно строить. Ада Лавлейс. Озарение для компьютеров. И на один район больше, чем выпускают уровень населения. Мне кажется, я пропущу. Компьютеры у меня и так ускоренные. В принципе, и районов мне достаточно. Так что пропускаем этого инженера. В Теночтитлане промышленную зону на плюс 6. Каринфе рынок, ну, наверное, отсюда и торговцы. Тут и торговцы построю. Давайте на рост поставлю хоть немножко. И здесь дорога. Очень мне нравится, как я в этой игре, сколько железных дорог я могу поставить. Тупо благодаря, что дофига угля. Железа один источник достаточно вполне. А вот количество угля, конечно, радует в этот раз. Так, апостол. Постоянно их надо набирать. Так, кого мы тут можем все-таки как-то вальнуть? Хоть какой-нибудь... Вот чувачок, да? Вот этим атакуем. Отлично. Очень хорошо, вот за счет этого все распространяется. Так, вот апостол вижу.
А, вот апостол. Муравьев апостол? Нет, обычный. Так, этот у нас прокачан на количество религий, да, тоже. Атакуем. Было пополам, видите, теперь больше стало. Теперь вот этот. А, давайте сначала попробую собрать руинку. Не собирается, понял. Рабочими точно собирается. Блин, а как мне тут лучше-то апостолов использовать? Блин, и тут уже апостол стоит. А, вообще я его могу атаковать, да? Блин, ну вот этого не хочу, потому что с утроенной силой, если вы атакуете, то, опять же, повторю, распространение уменьшается. Поэтому апостолы, у которых утроенная сила и снижает на 75% влияние других религий, я бы ими не атаковал других апостолов. У нас вообще тут на данный момент по религии... Ага, шумер не обращен, считается. И русский считается не обращен. Думаете, есть шанс вообще победить религии? Потому что... Так, археологический, художественный тоже где-то, по-моему... Да, уже построил. Наверное, еще один тогда археологический. А тут можно пригород на плюс 5, а тут вообще на плюс 6. Да, но тут тропический лес я бы не убирал. В общем, мне, наверное, рабочие нужны. Давайте я здесь сначала рабочего. Так, Шачикалька, универ. Гурдвару. Наверное, построю, слушайте. Потому что мне религия на покупку апостолов нужна. Так, гидроэлектростанция. Так. Ну, давайте влезу сюда. Потому что этот на атаку прокачан. Даже проатакую. Ну, вот здесь проблемка. С апостолами. Ладно, давайте так. Атаковать не буду. Тяжелое поражение. Наверное, я бы сюда подводил. Так, с утроенной дополнительное лечение. Просто на эту сторону. Сюда. Сюда. Чтобы соседство было с апостолами. Блин, там еще идет. Ладно, стоим. Ну, продолжаем перед техи, я думаю. Так, Вавилон. Подрыв плотины, вероятность побега, хищение технологий, конечно. Ой, ладно, короче, пойду я тут. Надоело, честно говоря, ждать. Около чуда природы надо пройти 8 раз может распространять религию норм.
О, мы вообще огонек. Так, может распространить два раза больше. Видите, я сначала хожу, потому что когда вы даете уровень, апостол больше ходить не может. О, участник дискуссии, конечно же. Там очень много чужих апостолов, с которыми нам надо подискутировать. Естественно, историю ускорили. Оперы и балет ускорили. Аютхая посол. Но опять же, видите, держу послов, уж и мне надо их будет отправлять. Ну, Аютхая как раз три. Кстати, закончилось. Так, Мехико, обращение в веру. Махенджо-Даро, обращение в веру. Ну, Мехико, кстати, может быть, даже скоро и выполню. Да, вот тут начинают меня атаковать иудейские апостолы. А русский там, блин, сидит, отсиживается. А нет, проатаковал, смотри. О! Сейчас минус апостол будет у русского. И превратился в какой-то город. Первый город с пригородом у нас появился. Охрану природы ускорили. Рыбацкие суда. Наверное, не меняю ничего здесь. Блин, вообще бы мои юниты по городам расставить, а то там вассалы не работают. Это в Афины, например, да? Так, какой-то еще великий человек. 240 строительства чудес. Какое-то я чудо хочу вообще из того, что у нас тут есть. Ну, Петра дебильно. Медресе Санкаре. Можно построить только в пустыне. На пустынных холмах рядом с кампусом, где есть универ. Это вообще, по-моему, нереально в моем случае. И одна пустынная клетка есть, и все. Что тоже не строится. Тори де Белен, Фарусский маяк, бессмысленно. Собор Святой Софии. Вот это интересно. Наверное, я бы собор Святой Софии хотел построить. Так, только не соображу, где. Вот тут же можно? Так, тут почему-то недоступно. Нет подходящего места. Хм. То есть он на холме не строится, я так понимаю. Так, ладно, где у нас еще есть? Тут тоже, походу, холм не строит и не строится. А, это, подожди, Коринф. Да. Блин, а где у меня есть, где-нибудь есть священное место? Вот тут. Блин, а тут жалко убирать эту клетку. Так, Теночтитлан. На болоте тоже жалко. Черт. Что-то у меня София нигде не строится, получается. То есть там, где она доступна, мне жалко клетки. Ага, вот в Афинах, слушай. А, тут мне придется тропический лес вырубать тогда. И минус к соседству. Блин, ну может все равно может сделать. Я просто думаю, брать ли мне сейчас великого человека этого. А если брать, то на какое чудо? Кажется, это, конечно, круто. Мне все-таки, наверное, нужна... Нужен собор Святой Софии. Пожалуй, в данном случае я вырублю здесь тропический лес. Давайте тогда... Я где-то строителя уже сделал. Тут я строителя для того, чтобы...
видимо, здесь все-таки поставить. Ну, блин, тоже минус будет, конечно. Наверное, вот этим строителем я вырублю здесь. Поставлю пригород. На плюс 6. Этим же строителем потом пойду в тот город. Тут убирать как раз закончится строительство гурдвары. Так что берем Эйфеля. Ну, Тесла тоже неплох. Так, Эйфеля сразу перебрасываем в Афины. Паскапацалька пригород построен. Пойти морской порт. Тут доделываем железную дорогу в Каринф. Уже практически все города соединены. Можно, кстати, между Афинами и Эфесом. И вот здесь еще дорогу. Ну и плюс я еще тут хотел. Но тут я этим поведу. Давайте, наверное, сначала здесь сделаем. Так, что у нас с апостолами? Вот у нас есть апостол, которого мы мочканем, наверное, вот этим. Это вообще в Новгороде есть хоть какая-то... Ну, вообще православие еще две штуки есть. Так, здесь... Вот есть атакующий, хоть до кого-нибудь, хоть до какого-то апостола я тут добегаю, атакующим нет. Тогда, видимо, становимся так. 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 Мне кажется, лучше не пропуск хода просто делать, что они потом не возвращаются. Или может раненых отводить уже обратно, чтобы лечить сразу. У меня вот тут... Знаете, мне не хватает в эту сторону поближе священных мест. Чтобы не приходилось так далеко отводить обратно апостолов. Так, участник религиозной дискуссии. Этого, видимо, вверх веду. Около чуда потусовался. Очень много микроконтроля, конечно, требуется с этими, с религиями. То есть, когда вы воюете, это не так критично. Что-то я много потеряю. Силы, по-моему. Так, этих обратно веду на лечение. Если бы Вологда отвалилась в свое время, мне было бы намного проще. Потому что тут есть тоже и религиозная... Район, к которому не так далеко бегать и подходить, потом тут дороги были бы проведены. А так получается немножко неудобно. Так, на этого нету смысла нападать, у него плюс 20 к силе в районе.
А, у него еще и, кстати, участник дискуссии, у него повышение. Я, наверное, пойду сюда этими апостолом. Нет, тут я помогу. Типа, соседство дам. Тут где-то Венеция появилась. Из лагеря. Что она делает? Ваши торговые пути к иностранным городам приносят плюс одно золото за каждый редкий ресурс в пункте назначения. Звучит интересно. Тем более, я могу засоюзить всего за 3 посла. Давайте, наверное, поставлю сюда первый посол. Пока. И засю дверение в Венецию. А там вот эти... А вот, кстати, Корея, которую мне надо встретить. И вот еще ГГшка научная. Так, стоим. А, блин. Стоим, тоже ждем, когда распогодится. Ой. Отвалился город по лояль. Ну, кстати, давайте, может, разнесем. Видите, 193, а не 250. Как было бы при полном здоровье. Я вот про это и говорю. Просто тут вообще не было религии, так можно разнести, чтобы она там город сразу влиял. Так, продолжаем тырить техи у Вавилона. Где еще цивилизации, блин? Дайте нам цивилизаций. О, сейчас минус апостол у Вавилона будет. Извини, чувак, не могу с тобой торговать. Челлендж. С Китаем могу. Святой Марк, сосновый лес, право прохода. Не. Не, пожалуй, не. Нафига мне шедевры? А вот железо мне надо. Селитра, в принципе, тоже. Пока. Спутники добыты, зашибись. Так, это чуть позже, давайте... Блин, придется вот этим атакующим, да? Так, ну слушайте, шумер, наверное, все-таки уже должен быть в моей религии, да, так и есть. Что в России... Подойду сюда, подойду сюда. Сюда влазит? Нет. Тогда атакуем. 139, 127. Абсолютно одинаково, да? Ну, давайте с этого начнем. Так. Так, и этот апостол уже отсюда никуда не денется. Этим я, наверное, я бы тут постоял, пропустил ход, чтобы этот никуда не ушел. Зона контроля его будет держать. Тут теологическая баталия с утроенной силой. Давайте с утроенной силой. Гидроэлектростанция в Спарте. Ну, давайте шпиона. Так, тут мы ведем железную дорогу. Тем более тут из священного места. Берем апостола.
Так, размещаю сюда. Нереально, тут всех надо пораспределять по городам. А вот у меня еще стоит. Так, здесь. Так, проведу железную дорогу. Здесь в Теночтитлан ведем. Да, что-то я кучу счастья от вассалов не получал, на самом деле. Просто армия стоит, взял вассалов. И бессмысленно поддержал армию. Мне надо как-то с этой стороны, видите, подводить апостолов, поэтому так вот обхожу. Тут, кстати, у него очень качественная защита получилась апостолами. Он еще сзади стоит такой хитрован. Тут еще, видите, тяжело из-за нахождения в этом. Но я не хочу обращать Петербург. Я хочу убивать именно апостолов. Так, этим мы сюда идем вырубать. Подождем один ход. Не будем ничего в Афинах строить. Три апостола прямо. Я думаю, тут уже всеми надо атаковать, чтобы реально этих апостолов тут уничтожить. Я очень много получу религии. И обращу вот эти города вокруг. Так, продолжаем осуждать ингов. Так никто мне не объявляет войну. Осуждаю, осуждаю, объявлять войну никто не хочет. Мне кажется, тут меня не особо уважают вообще. Так, а чего я оплываю границы? Я ж могу плыть прям вот так. Только вот высаживаться не надо было, блин. Так, а, через речку перешел. Думаю, что это закончился ход. В Эфесе биржа. Может, тоже пригород? Тут вообще жилья-то дофига. Просто в пригороде можно будет домик поставить, который еду будет давать. Ладно, я, наверное, купил вот эту клетку. Я все равно не доберусь до нее рабочим. А пригород здесь поставить прикольно. Так, в Афинах откладываем для собора Святой Софии. В Теночтитлане мастерскую. Ну и потом фабрику и угольную, конечно же. Так, ну красота пока. Ну очень, видите, очень медленно я своими апостолами все делаю. Потому что это все надо аккуратненько провернуть. Так, русский вот тем апостолом пытается выбраться. Но только одним. У Санкт-Петербурга он, кстати, не использует апостолов. Окей, так, что с алюминием? Это вопрос по Еревану тогда решится. Берем мы его или... Потому что отсутствие нефти... Не позволило, что тут за раненые танки вьетнамские. А что у Вьетнама? У него с кем-то война? А, у него война с Германией как раз.
Ну, они равны? Слушайте, так может мне на меня попилить вообще Германию, а не просто Ереван захватывать? Я же вот эти вот города все смогу удержать, по идее. Я бы вот тут открыть территорию. Знаменитый греческо-вьетнамский заговор против Германии. Все, привел наконец армию. О, кстати, еще и кавалерия бессмысленно стоит. Давайте вот попробуем тут поисследовать ею как раз. Так, вырубаем. Ставим Айю Софию. А, блин, тут пока этот стоит, не сможем ускорить. Ладно. Дальше. Значительная победа. Если Богу угодно, чтобы ваш народ уверовал в наши обычаи, то вправе ли я мешать этому? Так что нет, чувак. Так, и видите, здесь уже вниз не показывается «нет унынию». Уже наоборот. Кстати, Мехико тоже вполне сейчас может обратиться. Так, ну я не могу, не добегаю, да, до этого... Ой, я их местами поменял. Ой, вот это зря. Черт, вот это, скорее всего, минус апостол. Ну и, соответственно, дополнительное распространение религии. Хотя вот так встану тоже помочь тут. Черт. Так, здесь. Атакуем. Атакуем. Да ладно, выжил. Пришлось тремя. Ну там какой-то сильный был, прокачанный на... Блин, как он так хорошо апостолов расставляет, постоянно не давая мне подойти просто. Я не могу его атаковать. Мне вот этих трех апостолов каким-то макаром надо убить. Блин, может реально уже обратить... Я хочу посмотреть, есть ли тут... Ну, тут, видимо, нету священных мест. То есть мне надо обратить те города, где есть священные места, чтобы он не мог там покупать. Ну, тут еще город со священным местом, явно с православием. Индуизм все еще есть, прикольно. Так, ислам 36, православие 7 городов. 13, 16 и 2 города синтоизм. Священные войны. Спарте шпиона. Сделали. Знаете, биржу, наверное. Пока. Так. Ну тут не на чем прокачивать шпиона. 116. 32, 344. Давайте в Куско деньги поворуем. Универ Шачикалька. Биржу. О, кстати, алюминий-то у нас дофига. Один уже прям добывается, там район стоит. Тут можно обработать, и вот здесь надо. Так, давайте в Коринфе, наверное, рабочего. Я бы вообще купил, наверное. Давайте тут лучше амбар строить, а рабочего куплю. Так, стоим в городе. Доделываем железную дорогу. Как у нас тут сети железных дорог? Так, как я и говорил, здесь надо будет еще сделать.
Решу проблемы с этим перемещением здесь везде. Лечимся. Реликвия. Да, давайте мученика. Здесь с утроенной и к религиозной силе. Так, надо сюда всех этих отправлять с религиозной силой. Караванчик. Давайте вот тут в Бандар-Брюней. Чисто, чтобы вот тут дорога была. Подожди, а Васкопацалька, как он идет? Может, лучше Васкопацалька на еду и... Ну, то есть он по той же траектории идет. Давайте, наверное, так отправлю. Той же траектории просто дает более нужные бонусы мне. Так, вот этого можно попробовать завалить. Все равно приходится так проходить, потому что ну нам сюда просто надо. Здесь он как-то выведет своих. Не, надо на воду спускаться. Блин, как бы мне Корею тут встретить? Может, блин, тут горы для Венеции, черт. Сейчас смотрю, может мне еще куда-то отправить первого посла, но тут только Антананариву есть, а туда я не хочу. Так, у нас есть алюминий, сейчас мы откроем компьютеры. И, соответственно, нужно будет в улучшенную авиацию, то есть мне нужен аэропорт. Где я могу аэропорт? В Спарте еще требуется дофига жителей, 16. Явно в Малиналько я могу аэропорт построить. Нет. 19. Ну, через 4 хода смогу. В Кагуане. Да. Сейчас промышленную зону. Блин, тут как бы долго будут самолеты делаться. Черт, мне как-то аэродром-то и негде делать. Получается. Так, в Тлакопане. Эти куплю маяк. У нас из Тлакопана вообще что-нибудь бегает? У нас бегает из Тлакопана в Теночтитлан, так что отсюда нам не нужен. Давайте я здесь еще куплю рабочего. А строить буду... Священное место на плюс 2. Кампус на плюс 2. Что ж тут строить? Ну, тут просто такое низкое производство, потому что лояльность. Хотя нет, уже вернулась. Уже вернулась. Кампус военный лагерь. Может, военный лагерь поставить? Вот сюда. Давайте, наверное, военный лагерь здесь. Что-то вот хочется тут военный лагерь. Несмотря на то, что я там вроде буду сейчас немца забирать. Универ. В Кагуане. Амфитеатр, давайте. Вообще, странно, делаю упор на религию, а все равно как-то по развитию нормально иду. То есть впереди... Ну, понятно, Вавилон там, это все очевидно. А так только Вьетнам и Германия, которые между собой воюют еще заодно. Так, давайте попробуем с Китаем улучшать отношения. А, у меня там уже есть посольство. Есть посольство. Торговать нечем, ладно. Да, кстати, апостола надо не забывать нанимать.
Эрмитаж, Саладин, Петру. Наконец-то Петру построили, а то мне все предлагают на этой одной ячейке. Пустыни все Петру. Говорит, построй Петру. Пс, парень, не хочешь немножко Петры? Тут у меня опасно, конечно, апостолы стоят. Но я понимаю, что у русского уже не особо много их есть. Так, можем археологов делать. Что у нас здесь? О, отлично. Минус этот апостол. Как у нас тут распространяется? 3, 9. Тут как? 5, 7. Вот, слушайте, я, наверное, вот этого убью. И в Мехико, возможно, распространится моя религия. Я должен вроде этого смочь завалить. Давайте, наверное, так проатакуем. Отлично. Нет. Блин, чуть не хватило. Так, ну и тут валим лечиться домой. Так, мне кажется, вот тут мне надо провести сейчас пока железную дорогу. Для того, чтобы быстрее бегалось апостолом. Слушайте, а на чужой территории я могу, интересно, железную дорогу проводить? Так, атакуем. Прорвался я к нему в тыл все-таки. Этого нет пока. Здесь у нас что? Тоже тяжеловато пока стоим. Так, сделаем. Дальше этот подходит еще. Блин, религиозные войны реально тут, конечно, тяжело. Тут именно важно не терять и убивать. В отличие от простых военных юнитов. Ну, ты построишь еще, да? А здесь, если ты теряешь, то очень, ну, очень начинает влиять религия чужая. Так, Новгород. Мне еще важно не дать вот, это, вот эту агрессию выиграть, потому что у меня тогда влияние религии цели на ближайшие города резко усиливается. То есть это мне очень сильно поможет победить в итоге. Давайте сюда. Сюда. И тут куда ближе. Три. Три, ладно, давайте сюда. Бегал в Ур. В Ереван 14. Ну, кстати, почему и нет? Дебильное повышение всякие дают. Так, здесь... Заканчиваем Айю Софью. И вот теперь нанимаем в Спарте апостола. Сразу 4, видите, есть. Давайте, наверное, шоколадку вот эту обработаю. Так, китайцу не нравится, что я чудеса строю. Но мне пофигу, что ему там нравится. Так, тут все правильно. В Афинах можно район построить. Промышленная зона плюс 3. Есть. Иду сюда и сюда. Не, ну, наверное, надо ставить просто на плюс 3. Аэродром... Что-то неохота. Ну, то есть тут либо аэродром, либо промышленную зону мне надо. Поэтому давайте пока промышленную зону
Теперь смотрим, по каким городам у меня юниты сидят. Может, где-то нету еще. Так, сюда прибудет сейчас. Тлакопани, Кагуани и Аскапацалька. Алюминий. Нанотехнологии ускорили. Так, исторического места куча. Археологов. Археологам будет где покопаться. Блин, тут армии вертолетов. А, продолжаем осуждать. Всех первых десяти. Неужели... Никто так, особенно меня вот интересует русский и Вавилон, религии которых я убираю. Неужели никто из них не захочет объявить мне войну? Удивительно немножко. Надо вот сюда идти, то там уже заняты все места для лечения. Я кого-то проатаковал тут случайно. Черт. Не очень хорошо. Ну, тут уже зона контроля, я уже не могу двинуться, несмотря на то, что написано 3 хода. На самом деле нет. О, Тула. Обращение в православие. Нет. Ты обратишься в эту религию. То есть мы отсюда, я понимаю, что тут в минус идет, но зато мы можем отсюда влиять уже там на другие какие-то города. Кахокию встретил. Кахокия. 10. Нет, 8 послов, пожалуй, не буду, а тут поменяю обратно. Так, либерализм оставляем, вассалов оставляем, ремесленников, писание, натурфилософия. Колониальные налоги, ну, куча, конечно, производства дает. Может, кстати, его поставить вместо макиавелизма? Мне нравится это количество производства. И оно, скорее всего, на города Ацтека влияет. Давайте глянем. Южная Америка. А, нет, вообще вот на все вот эти города. Смотрите, у меня Спарта в Южной Америке, а у меня куча городов в Африке. Вау. Как-то незаметно для себя на другом континенте поставил. А, что нам здесь требуется? Пригород, пожалуй, нет. Нам тут требуется следующим ходом морскую плотину, так что отложим производство. Блин, а тут, может, давайте фабрику куплю. Как бы побыстрее, чтобы угольную построить. Тем более, денежки есть, девать их некуда пока. Тут откладываем производство. И, в общем-то, во всех остальных городах все сделано. Тут. Естественную историю открыл. Ну, наверное, мобилизацию пошли. Охрану природы не буду спешить, потому что мне, я веру не на натуралистов буду тратить. Классовая борьба, нанять великого ученого. Так, подождите, а что там было? Махенджидара обращение. И Мехико обращение. Венеция хочет священное место, чтобы я создал. А, больше торговых путей, кстати. Я нигде не поставил строиться торговые пути.
Давайте, наверное, вот так сделаем, а потом археолога. Биржу потом закончим. Шумер объявил войну России, Клайв. Ну, потому что они теперь разные веры. Россия проиграла священную войну апостолами, очевидно. Теперь заодно еще и придется... О, слава богу, тут Шумер не атаковал... Не Шумер, а Вавилон не атаковал этого апостола. Не могу обещать, что перестану шпионить. На! О, Корею наконец-то встретили. С этой можно будет торговать. Там, наверное, скорее всего, Венеция встретила. Блин, задержан. Это хреново. Там хороший был шпион. Так, тут, наверное, ничего не меняю. Стоит так, как и стояло. Так, с Кореей мы можем спокойно... Как насчет дружбы? Нет. Спокойно. Ух ты, уже 22 урана. Прикол. Так, а где у нас Корея вообще? Не, ну по количеству тех 45-49. Но она уже в уране. Научная, культурная, религиозная. Я уже на первом месте по победе. Я уже русского, считается, обратил. Отлично. Давайте посмотрим. Войны. Какие-нибудь проходят вообще. Ну, я помню, что Шумер с Россией теперь воюет. И Германия с Вьетнамом. Шотландия с Японией еще. И Саладин с кем-то неизвестным. С Инком он уже больше не воюет. Интересно, Шотландия и Япония 139-188 сила, а Шотландия... 273 сила, ну, такие все равные. Но вот у Германии поменьше сила. Так, еще хочу русского. 295 против Шумера 324. Короче, пока они воюют, мы можем под шумок распространять религию. Еще апостол. Смотрите, уже Санкт-Петербург не в религии. Так, ну, в принципе, я думаю, что имеет смысл распространить сейчас религию на Санкт-Петербург, чтобы тут стало нет унынию. Отлично. Собственно, у меня осталось Казань и Нижний Новгород, только не обращены. После этого мы спускаемся вниз, и я думаю, не... Вавилон, хотя может и Вавилон начинаем атаковать. Надо было сначала тут железную дорогу поставить. Так, плотину. Два хода, а затопление 24. О, как я... Вовремя. Так, тут ГГшка появится, и тут ГГшка тоже скоро появится. Мне надо где-то аэропорт сделать. Так, железная дорога тут проведена. Так, я хочу проверить, могу ли я... А, я даже не могу найти... Точно, тут уже открытые границы нужны. Хорошо, а в Канде? Вот я хочу проверить, могу ли я в Канде делать железную дорогу. Потому что все-таки союзник мой.
Так, атакую. О, блин. Что-то промазал мимо. Вылечившийся апостол, так, новый. Ну, давайте в Кёнджу, почему нет? Новый торговый путь куда-то. Тут вроде никто не должен мне его грабить. Так, таран, наверное, где-нибудь тут оставлю. А этого пикинера. Так, в Кагуану я там, по-моему, отправил. Нет, как раз в Кагуану не отправлял. Вот в Кагуану давайте этого пикинера. Еще, кстати, два заряда у Эйфеля. Какие у нас еще чудеса есть? Ваши города. О, слушайте, это Каса де Контрасьон, это ж круто. Блин, я не смогу ее построить. Соседство. У меня все клетки рядом с правительственной площадью заняты. Ведь я не могу здесь. Да, жаль. Каса де Контрасьон, кстати, была бы очень в тему тут. Хоть где-нибудь. Потому что было бы плюс 15% производства веры и золота на другом континенте. А мы уже сейчас выясним, что у меня там дофига на другом континенте. Престиж, не знаю, не хочу. Венецианский арсенал я не могу построить. Фарусский маяк. Только на побережье. Ну, кстати, можно, знаете, где? В Кагуане построить фарусский маяк. Например. Почему нет подходящего места, не пойму. Соседство с гаванью, принадлежащим этому городу, есть. А, на озере нельзя строить. Логично вообще. Жаль, то есть только здесь, а тут я не хочу, у меня клетки хорошие, геликарнас дает. Смысл мне их закрывать маяком? Вообще ради чего? Тори де Белен. Из этого города международный тоже бессмысленно. Короче, мне нечего пока строить. Ну, Медресе Санкаре, хорошо. Вот это я могу построить. В столице. А, соседство с Кане я не могу. Все равно не могу. Черт. Ладно, пока у нас есть великий инженер на чудеса. Будем иметь в виду. Айтхая сейчас сама обратится в мою религию. Вон я вижу апостола. И к нему бегу. Я человек простой. Вижу апостолов. Бегу к ним целоваться. Обниматься. И объяснять, в какую фигню они верят. Надо верить в нету нынию. Блин, а могу я у Вавилона выменить шпиона? Как вы думаете, считается это нарушением челленджа, что я буду выменивать? Тут на самом деле ничего, это не значит, что он не готов торговать. Потому что... Не, давайте все-таки будем считать, что вообще никакой торговли нельзя. Ничем вообще. Так. Ищем источники. Так, а что это? Почему? Что это вот это такое? Какого хрена тут делает мои латники? Почему их сюда выкинуло вообще? Они на мою территорию. Я не могу их выбрать и походить ими, между прочим. Давайте, наверное, в Кагуану.
поведу дорогу. Вот так просто. Не знаю, даже надо ли мне флакопан ввести. Я думаю, что нет. Так, здесь уже вообще нету... То есть апостол просто сидит в городе пока что. Поэтому я, наверное, этих отведу на лечение. Так, тут 5 ходов. 3. Сюда идем. У нас подходят свежие силы. Мне надо, чтобы он как-то вылез оттуда. Давайте, наверное, Казань обращать сначала вот этим. Я понимаю, что меньше опять же будет. Я все понимаю, но ждать других нету смысла. Надо уже русского полностью обратить, чтобы он не мог делать апостолов своей веры. О, Австралия. Так. Мне осталось только одну, что ли, встретить? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. Нет, еще две. Еще две. Наконец-то я хоть нашелся с кем дружить. Да, ну тут, короче, вся вот эта часть, видите, в ислам обращена. Но я думаю, что я должен сначала с этой половиной карты разобраться. Что там больше... Там, грубо... С той стороны, грубо говоря, только один ислам. То есть только Вьетнам. Мне надо будет Вьетнам... С Вьетнамом что-то сделать. А с той стороны несколько религий. Ну, зоопарк. Амбар. Давайте водяную мельницу. Хотя отдам вот эту клетку еще городу. Ну, Каринф, конечно, дебильноватый. Ничего не скажу. Так, 90 героический век начнется. Жалко, что в этих поздних этапах нету ничего на религию. Такое странное предложение. Корея хочет 10 лошадей за уран. То есть у тебя есть уран, но тебе так нужны лошади. И за право прохода я даже приму эту сделку. Какой-то бред. Даже просто 10 урана на 10 лошадей уже сейчас выглядит странно. Нет, я вот не хочу только железо продавать. А вот так, наверное, возьмем Гамлета. Почему? Подожди, 13 вход. Не, наверное, не хочу. Так, посольство Китая станет украшением. Не знаю, как можно, конечно, кирасирами атаковать города с силой 75. Венецию пересоюзили. Это у немца там наводнение. Наконец-то героический век. Так, что тут можем выбрать? Еще и Китай с Шотландией героические века. Ну, реформы денежного обращения точно. Пульс паровой машины. Ну, то, собственно, здесь живут драконы. Бессмысленно брать. Дополнительное перемещение находящихся на борту. Зачем? К оружию вот вполне, если я собираюсь немцу объявлять войну. Производство от компусов увеличено. Так, ну чё,
Вологда отваливается. Или это мысли... Да, минус 5. Отлично. Ну и вот компьютер вывел почему-то своего апостола. И, в общем-то, я так понимаю, что больше у русского апостолов нет. Блин, вот это, видите, могу 100 получить, но если я этим обращаю, то не дает преобладающей религии. А этим делаю, то станет преобладающей религией, но, соответственно, я не получу 100 монет. Ладно, надо уже обращать. Так, кого тут набили? Торговца великого. 25% туризма нафиг надо. Так, ну вот сюда к Шумеру, наверное, вниз идем смотреть. О, Йоханнесбург появился. Так, Венецию мне кто-то пересоюзил. Саладин. Я бы, наверное, вкинул. Давайте до 6 просто. О, Аншан. Зашибись. Так, а я поменял уже карточку? Поменял. Слушайте, ну Ваншан надо, наверное, трех послов просто. Или подождать еще, каких мы других встретим. Тут еще Йоханнесбург есть. А как почему в Йоханнесбурге уже два посла Саладин? Не-не-не. Подожди, а почему написано Йоханнесбург Саладин был только что? Йоханнесбург, Саладин 2. Открываю, на самом деле вообще никого. Лечимся, лечимся, лечимся. Могу железную дорогу, отлично. Вижу апостола Шумеров. Да, блин. Показывало же, что все. Не добиваю, да? Ну, просто не добегаю. Подожди, это апостол не Шумеров, а Вавилона. Вавилона. У Шумера уже, наверное, только мои апостолы могут быть, моей веры. Вообще, у Шумера есть какие-то священные места? Я вообще что-то не вижу у него священных мест. Он вообще тут никак не может противостоять, в принципе. Так, Казань обращена. Справится ли с Нижним Новгородом? Один этап. Ну, по идее, у русского не в его религии только... То есть в его религии только Нижний Новгород. И тут нету священного места. Так что ему вообще уже неоткуда брать. Апостолов сколько в православии городов? 5. Антананариву, Нижний Новгород, Йоханнесбург, Умма и Исин.
Я просто к тому, что а надо ли мне вообще сейчас тратить усилия на обращение? Я думаю, что нет. Тут уже пофигу. Блин, кстати, я сейчас за религию должен столько бабла получать. 111. 101. Ну, у меня и так 702. Красиво, красиво. Так, походили. Слушай, я что-то обрабатывал вроде лошадей. Засуха или какой-то, наверное, торнадо было. Я помню, что лошади вроде были обработаны. Так, старательно выращиваю. Может, кстати, дать им денег? 10 плюс ходов. 10 плюс. Сколько им надо? 300. Давайте каждому дадим 8 очков развития в любой момент. И этому. Тоже в любой момент. Отлично. Почему-то нельзя тут проатаковать его. Ладно, обходим стороной. Так, ну мне какая-то последняя цивилизация не встречена мной. Ее знает Корея. Австралия, ну где-то тут вот, наверное, она должна быть. Китай, наверное, знает. Да. В Эфесе пригород. Ну ты что тут стоит? Строители давайте, тут несколько клеток не обработано. Венецию я уже перекупил обратно. О, кассу уже построили. Паводки в Германии. О, есть апостол. Так, ну надо атаковать. Кстати, надо будет проследить, куда он денется потом. А, нет, я его убиваю, отлично. Так, ну я не знаю, Новгород явно уже никто не переконвертит. А вот еще апостол, блин. Но Новгород явно никто не переконвертит. Тем не менее, следим за апостолами. За этим следим, за тем следим. Так, немец алюминий хочет. Напоминаю, что с ним мы нифига не торгуем. Так, блин, два апостола есть. Три апостола, четыре апостола у русского. Да господи, где он их мариновал, интересно? Так, голосование. 100% к типичным бонусам от городов-государств при отправке в него торговцев. Ну, я бы за священочку... За религиозный, но у меня просто нету влияния, чтобы это хоть как-то протолкнуть. Удваивает великие очки. Давайте ученых. Два очка дипломатической победы я за себя. И всемирную выставку, конечно же, хотелось бы провести. Уверен, ничего из моего того, что я голосовал, не пройдет. 100% торговый город-государство. Не начисляются полководцы. Два очка Гильгамеш. Ну... Только всемирная выставка. Обычно она, конечно, проходит. Понятное дело. Так, ну я ничего не буду пока ставить.
Так, копаемся в археологических штуках. Так, тут торговец 3 нефти дает. Да, и плюс 2 золота за каждый стратегический ресурс в пункте назначения, по-моему, круто. Блин, вот тут, конечно, опять вулкан. Он же, наверное, железные дороги тоже ломает. Кустка отбегали. В Уре тоже есть торговый путь. Давайте в Кёльн. Так. Формальный повод Золотого века – войну Гильгамешу и Хаммурапи. Не оскорблен, не осужден немец. Есть минус к иудаизму. Да, тут я вот этим чисто раненым буду. Вон, 100 золота дали. Так, нам надо все-таки разбираться с его апостолами, к сожалению. Так, вот у нас атакер. Например. А, блин, тут я потерял ход, видите, из-за того, что там апостол. Зона контроля. Забываю в Спарте покупать апостолов. Блин, тут бы дорогу какую провести еще. Вот здесь. Да, да, слушайте, ну, тяжеловато все идет. Давайте центр вещания. В Эфесе строителя. Мэри-лики. Я, наверное, не буду брать мэри-лики. Бессмысленно. Но почитаю проекты. Так, после мобилизации пойдем в коммунизм. Хотя я не думаю, что я буду тебя кратить. Хотя я уже столько апостолов понакупал. Может и хватит уже. Так, шпиона, наверное, давайте тут теперь построим. Биржа. Да не, наверное, не хочу я пригород строить. Достаточно жилья. Просто город не растет, потому что мало клеток у него. Смысл. Давайте еще строителя сделаю. Здесь мастерскую. Ну что, Амани? Могу, конечно, лян на прочные материалы, но тут уже какой-то конец игры. Там около Тиночтитлана
пару раз извержений будет, подумаешь. Бля, фига тут Сан-Пауло, кстати, тоже отваливается. Какие еще города отваливаются? Ереван. Нет, не отваливается. А жаль. Так, я просто думаю, куда мне сейчас направлять своих апостолов. Мне кажется, стоит на Шотландию. Все-таки... Вавилон и... То есть тут остается только Вавилон и Япония. Жалко, что я не вижу территории всей нормально. Вот это большое количество пустыни плохо. Можно, кстати, через Мехико. Так, а эти лечиться... Ну вот поэтому мне не нравится в религиозную победу играть. Вот вы представляете, сколько вот этого микроконтроля всех этих апостолов? Вот вам интересно это смотреть, кстати? Движение всех этих апостолов. Когда, если бы поменьше было, я имею в виду карта и цивилизации, тогда да. Так, кстати, я зря сделал, надо было туда уходить. Вполне возможно, минус апостол. Есть угольная. Пригород. Аэродром. Нужен ли тут рабочий? Да, в принципе, все обработано. Может, около Аскапацалька, наверное, обработать можно. Было бы. Но у Аскапацалькой тоже нечего строить. Давайте тут строители. Тут исследовательские гранты. СМИ прихода. Ладно, не буду пока ставить плюс послов, чтобы Ван Шан отправить. Конечно, 350 науки у Кореи, но посмотрим, сможет ли она улететь за это время. Блин, Малиналька уже 19 жителей. Вот, кстати, в Малиналька надо... Пригород построить, потому что тут реально не хватает. Великий белый флот у Китая. Мой великий белый флот выплыть не может. Из моей... Ай, убили все-таки апостола. Ну, может, это и к лучшему. Я выманил этих, получается, и смогу сейчас завалить. Теперь у них точно нету апостолов. Вот этот какой-то, да. Тяжелое поражение. Ладно, просто постоим. Хочет атаковать — атакуй. Он не убьет точно, а я следующим ходом тут прибегу и наваляю. Итак,
Россия, Бразилия, инки, Гильгамеш, шумеры и Греция обращены. С той стороны Китай и Австралия. Надо за Шотландию приняться, я думаю. Потому что Шотландия начнет влиять еще и на Японию тогда. Это религия. Канди к этому. К прогрессу. Блин, 8 апостолов. Чего он все хочет эту канди перекупить, я не понимаю. Проложить торговый путь, кстати. Надо бы это сделать. Так, теперь мы, кстати, вот тут надо железную дорогу строить в сторону... Шотландцы. Мастерство в Афинах. Тут фабрика работает. Откуда-то работает. А угольная будет плюс 6. Ну, то есть там соседство плюс 3. Наверное, обойдемся без угольной. Ну и, соответственно, фабрику не будем делать. Так, время аэродромов. Да, под вулканом, но мне он тут ненадолго нужен, буквально. Строители. Гранты везде. Считаем, я тут уже все необходимые районы, по-моему, построил. Так, отправляем к шотландцу. Все вылеченные апостолы к шотландцу идут. Очень мешает отсутствие исследования вообще. Кстати, а почему этот с одной прокачкой? Еще не было мокши у меня, я его сделал. Когда вы уже станете городами-государствами, что я вам зря деньги дал? Ну, коня надо тут держать, чтоб Ереван захватывать. Блин. Продолжаем лесопилки. Из Афин в Куско бегло. А в Кенджу, по-моему, я тоже отправил. Да. Ну, во Франкфурт пока. Все караваны, когда я объявлю войну немцу, они просто вернутся, они не исчезнут. Поэтому не страшно. Блин, мне знаете, чего не хватает? Чтобы подсвечивало еще чужих апостолов. Чтобы я вот прям, типа,
опасность или типа атакуй его. Вот этого не хватает. Наверное, логичнее, конечно, в первую очередь обращать те цивилизации, которые, у которых религия, чтобы они не создавали своих апостолов. Но мне кажется, вот шотландец будет неплохо влиять, и я не думаю, что Вавилон с 131 вход и тем более японец 47 вход как-то помешают мне тут. А вот тут в Мехико, наверное, можно. Получили посла и засоюзили Мехико. Отлично. Десять ходов до победы в кризисе. Ой, случайно мискликнул. Хамурапи, Бродвей, Самарканд, еще какая-то ГГшка захваченная. Есть формальный повод для объявления войны Барбароссия. Но у меня война Золотого века будет. А самолеты я сейчас за... Я, наверное, через ход уже объявлю войну. Не видать пока других, да, апостолов. Они напокупали вначале, а теперь-то у них не так много веры. А каждый апостол в геометрической прогрессии все, все больше и больше стоит. А я своих не трачу напрасно. Так, японец, мы с тобой можем торговать. Я у тебя бы апельсинку взял. И, возможно... Пылающий мир. Ну, в принципе, за 14 вход давай. Два шедевра. Е-е-е, появился город наконец-то. И считается, что я его первый встретил. Так, Сэмаль. Фес. Ну, я бы сразу третьего туда докинул. Кстати, а почему у меня два было там? А, потому что карточка стоит на первом. Нет, не стоит. Подожди, а почему у меня там два было изначально? За счет чего? Культурное наследие. Вдохновение для культурного наследия. Тематическое здание. А, не буду я эту брать, чувиху. Ласкарина Бабулина, мой любимый флотоводец, ее я возьму. Просто чисто ради имени. Имя любимое мое. Странно, столько уже настроил железных дорог. Блин, Канди перекупила какая-то тварь все-таки. Тут томительный немец. Выкинул отсюда моих... Ну ладно, тут мне уже, мне кажется, достаточно железные дороги. Тематического, да? Жаль. Так, в Аргасе
давайте археолога сначала. Дальше в Малиналька покупаем. Можно вот не залучивать? В Малиналька покупаем бомбардировщики. Две штуки. Ну, кстати, я не первый в мире, кто самолет сделал. Вот это интересно. Блин, а как бы мне Ереван засветить? Наверное, переведу самолет в Аргас и будет виден Ереван, так что через ход. Тут еще, к сожалению, дорогу так и не провели. Подожди, а где мои инженеры? Я вот одного этого вижу, которого выкинуло из Канди. Этого выкинуло из Канди. А третий? Я вот сюда, по-моему, вел инженера. Точно железные дороги проводить. Вот он. Странно, тут железные дороги, они так медленно все равно бегают по ним, по всей моей территории. Да вроде железных дорог уже немерено. Шумерский апостол. А, блин, мимо чуда проходя. Черт. Где еще чудеса-то найти? Я только два чуда нашел в итоге пока. Канди вообще никак не работает для меня. Озеро Редба и источник вечной молодости. Все. Три это клеток написано. Озеро Редба просто две клетки занимает. Что не обращайте внимания. Так, ну, по-моему, вообще уже не должно быть апостолов у русского. Отсюда в Ереван, надеюсь, хоть тут как-то побыстрее пробежит. Вообще, дороги есть какие-то? Мне как-то вот отсюда надо будет кавалерией нападать. И непонятно, пройду ли я там. Так, эти все на лечение отправляются. Ой. Блин, тут, конечно, тяжело вот это вот все. Вот это вот все тяжело. Не буду Антона на Риву обращать. Четыре хода. Четыре. Так, вот апостол есть. Ничего, попробуем мочкануть. Через реку, я так понимаю, тут на апостолов не влияет. Вы можете переругиваться и через реку считается.
А, подожди, так эта зона контроля не действует на него. Жаль, то есть он сбежать может, по идее. О, мне уже нечего похищать. У Вавилона, прикол. То есть все ускорения, которые были... Ну, давайте в Корею отправлю тогда. Сейчас там тоже наворуем. Так, а здесь я деньги хотел. Для прокачки шпиона чисто. Кто помнит, какая там последняя цивилизация должна была быть? Еще не встреченная мной. Так, самолет я не могу строить, потому что тут места не хватает. Давайте, наверное, куплю ангар. И буду строить... Вообще даже истребитель скорее. Чтоб дальше было видать. Так, улучшенная авиация есть. Пошли канализация. Стандартизация, химия. Потом двигатель ВС и уран. Вот такая очередь исследований у нас. Блин, тоже какой-то... Ну, конечно, стоит... Надо бы апостолов Вавилона валить. Всех. Да-да, всех принимаем... Посольство, я, конечно, должен с ними союзы позаключать. И как раз, кстати, они с той стороны, можно будет приплыть, наверное, через океан в ту сторону и религию побыстряне нашими апостолами разнести. Религиозная агрессия бесславно разваливается. То есть я даже победил раньше времени, наверное, потому что нету больше возможности в православие обратить, прикиньте. То есть у меня сейчас должна моя религия так влиять начать на все вокруг. Наверное, следующим ходом посмотрим. Ну, 200 единиц мирового влияния. Но ладно, это уже в следующей серии. Потому что и так длинно, ну потому что очень много ходов приходится делать за апостолов, поэтому такие длинные серии будут. И так все долго. Но вы хотели какую-то другую победу? Вот сейчас будете, я надеюсь, получите ее. На этом все. Спонсоры канала продолжения могут прямо сейчас в вкладке сообщества поискать. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что смотрите, играйте в умные игры и всем... Пока! Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!